Помогите! Вот давай, 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 давай! Что с течением случилось? Такого не было! Всем привет, с вами Вернов. Мы продолжаем Tomb Raider Beyond the Sign. Это фан-игра, сделана только фанатами. На четвертой части, в общем, на движке четвертой части мы дошли до вот этого какого-то упыря на коне, и пока непонятно, что с ним делать. Возможно, кстати, я вот тут сейчас подожди смотрю, вот это вот, что это такое? Может быть... Да уйди отсюда вообще! Ты мешаешь мне очень сильно. Короче, что-то не понимаю я, но похоже, что его надо как-то все-таки гасить. Либо у нас есть с тобой револьвер, либо нам нужно сюда вообще возвращаться потом. Короче, сделаем сейчас сразу несколько действий. Мы попробуем его вальнуть. У нас есть с вами арсенал. Попробуем просто его тупо сейчас вальнуть со всего того, что у нас с вами есть. То есть это 10 патронов револьвера и 60 патронов дробовика. Будем валить. Пытаться. Вот так вот. Револьвер. Револьвер, короче, шарит. А мы не можем его убить вообще ни с чего. Да что за хрень такая? Слышь, ты, блин, королевский ты придурок. Я вообще-то вообще не понимаю, что за... Что это, баг какой-то, что ли? Слышь... Да ты сдохни! А, у него еще какой-то щит, что-то какая-то хренота! Ну все, падла! Вот ты и добегался! Вот ты, ублюдок, и добегался! Вот, оказывается, нужен был револьвер. И он оставил ключ. Вот, господа, в чем дело. А я уж думаю, что за фигня такая. А видишь, его, оказывается, просто так не вальнешь. В общем, абсолютно аналогичная ситуация была в четвертой части, когда мы проходили... Ну, кто играл, кто знает. Там был только рыцарь такой из меди. Когда-то давно мы тоже не знали, что там делать вообще. Ай, в общем, тоже такая, знаешь, своеобразная непонятность была. Потому что жизни там вообще никаких не было. Тут хотя бы жизнь. А там оживает этот садник, скачет на коне, и что с ним делать, вообще непонятно. Но потом, потихонечку, помаленечку, и мы его вальнули. Так, мы наступили на какую-то штуку, и что-то в данный момент сразу открылось. И похоже, что нам уже вообще сюда не надо. Угу. Не надо. Надо? Надо. Надо, Федя, надо. Так. Давай, мусье. Раз. Ага. Все, опять начинается. Вот они, фокусы пошли. Фокусы этого... Ах ты! Так. Тогда как? Допустим, вот эта штука мы нажали, что-то там открылось. Что-то выдвинулось, что-то опустилось. Подожди, 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 подожди. Все, будем осматривать. Не хочу вот так вот прям спешить. Да нет, судя по всему, ничего здесь. Нет. Нет, 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 ничего такого вроде бы не случилось. Хорошо, дальше что? Как-то нам нужно, да, туда запрыгнуть, туда попасть. Но она не хочет разворачиваться должным образом. Но вот в чем беда. Так она не залетает. Есть еще вот какой вариант. Встать... Вот так. Блин. Почти. Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас, Ларка. Давай-ка. Оп. Раз. Два. Раз. Два. Да блин, да что ты будешь делать? Прошли. Куда-то в хрен знает куда. Ладно, еще вот эту часть какую-то нашли. Слушай, какая бесполезная вообще эта штука, дробовик. То есть из всего того, что у нас сейчас есть, у нас револьвер вообще обладает просто сверх какой-то мощностью. А другие оружия, мне такое чувство, что они даже, знаешь, как-то залагованы, что ли. Ну, в общем, какая-то просто совершенно непонятная ситуация. Ай, надо этот, как его, соединить их. Символ. И еще у нас есть катушка. Куда это вообще вставлять, я понятия не имею.
Просто, когда стреляешь вот из тех же пистолетов, такое чувство иногда, что некоторые патроны идут куда-то мимо, блин. Не стой тут. Так, большая птичка. Скорее всего, что-то сейчас будет. Не очень хорошее. Так. Ну, это вот эти вот балконы. Обезьянка где-то там. Бегает, прыгает, падла. Сейчас допрыгается у меня. Давай, Ларка, пали, пали, пали в эту обезьянку долбаную. Нечего тут прыгать, бегать. Это хорошо у нас, слушай, в револьвере были патроны, потому что я, честно говоря, вообще не знаю, без револьвера реально его не пройдешь. Его просто-напросто вообще ничего не пробивало. То есть, вспомните, мы в предыдущей серии сколько выстрелили из этого, из дробовика по нему, и смысла как бы ноль. Абсолютно. Вот и думай после этого. В общем, надо на тигров, на прочую всякую вот эту ересь теперь тратить чисто дробовик, вот такой вот все, короче говоря, вот весь шлак сливать. Так, нам оттуда надо попасть, наверное, вот сюда. Потом здесь, может быть, что-то произойдет. И потом, соответственно, точно так же сделать, например, здесь. Ладно, давай. Только вопрос, как туда попасть? Я так понимаю, там какая-то кнопка, что ли? Или что это вообще? Цветочный этот горшок вообще. Ларка, скинь его нафиг просто, он мешается. Подошла и скинула этот долбанный горшок, чтобы он тут не мешался зря. Ах! Это кнопка или это дверь? Кнопка. Сейчас тебе кнопка. Хренопка. Блин. Это уже не смешно. И куда мне сейчас? Здесь вроде никаких намеков. Получается только туда. Здесь какой-то вроде ход. Так, но это тоже, это, видимо, дверь и все такое. И там дверь, наверное. А, это аптечка. Очень прекрасно, очень хорошо. Я очень рад, что вы мне вот так вот взяли, подарили аптечку. Спасибо большое. Очень рад. А дальше-то что мне делать с вашей этой аптечкой? Блин. Что-то я не знаю. Там-то ничего не пропустил. Да нет. Но вот здесь еще дверь вот эта каким-то, с каким-то слоном. Что-то вообще непонятное. Какой-то диск, символ вообще чего-то. Самое главное, что может быть где-то его надо вставить. Может быть мы до этого что-то пропустили. Вот, вот это будет самое печальное. Если где-то я вот там, где вот сейчас вот до этого был. Это такое... Нет. Потому что, когда мы взяли вот эту вторую часть, там открылась эта дверь. Соответственно, как бы логика была заточена на то, что, типа, иди сюда. Но может и такое быть, что этот диск нужно вставить где-то в другом месте, чтобы здесь открылись эти двери. Вот, блин, все что угодно может быть, тихо. А, здесь открыто! Ага. Сейчас. Не, подожди. И это что, это шутка какая-то, что ли, вообще? Мне что теперь тут делать-то прикажешь? Я вот сейчас, короче, вообще что-то ничего не понимаю. А, рычаг. Ах ты, какие, а! Вот все вот у них, вот так вот. Вот все вот. Какую-то вот надо вот мелочь такую да сделать, вот напакостить, вот напакостить, чтобы ты вот чуть-чуть да помучился. Я так чувствую, да бери сразу дробаш. Что-то тут, по-моему, добром вообще не пахнет. Бери дробаш. Твою мать. Опять ты! Я тебя в другой комнате оставил, а ты вот такую мне гадость портишь, ты этот пакостишь, гад. Что-то... А почему мне это все не нравится? Что-то тут... Так, давай так пока... Ну, конечно! Ну, да! Ага! О, как! Ладно, в общем, мы сейчас дергаем рычаг, бежим на время, там открывается дверь, и
все ограничено, да? И нам нужно пробежать вот это все препятствие. Естественно, с первого раза я не пробегу. Это хоть не на время? Или на время? Мне хоть чтоб знать. Да нет, слушай, походу не на время. Ой. Давай на второй слот. В общем, попробуем, как обычно, метод на дурака. Вот так вот. Дурак не сработал. Чё-то сегодня дурачок как-то прям не пошел. Прям не зашел что-то дурачок сегодня. Блин. Да плохо вообще все. Яхай! Оу! Во, не, нормально. Прошли. Не такие уж они сложные оказались. И вот мы вышли теперь вот здесь. И все, мы теперь можем смело возвращаться назад. Ай, как все прекрасно-то. Тут никакого рычага-то больше не спрятали, а то сейчас потом дойду, а мне скажут, что, извините, вы забыли еще там парочку рычагов нажать, поэтому возвращайтесь, когда нажмете. Могут ведь. Сволочи такие. Это мне сейчас опять тут плыть через все эти долбанные испытания, которые они там наделали. Главное, ведь хоть какой-нибудь механизм бы остановился. Нет, зачем? Да ты, падла такая, слышь, пусти меня! Ау! Да япона ты, дивизия! Что вы угораете сегодня так надо мною? А что-то она не хочет. Слышь! Ларка! Ларка, давай, сейчас мы... Да... Помогите! Вот, давай! Что с течением случилось? Такого не было! Вот, все, отпустила. Давай на лестницу. Будем на лестнице. Откуда дождь-то? Ни одно облачко. Дождь откуда-то льет. Мы вроде не в России играем-то. Хотя... Все возможно. Так, мы открыли ворота. Это нам сейчас... Подожди, это нам вообще куда еще возвращаться-то? Я уж... Забыл вообще все. И, кстати, подожди. Судя по всему, вот сюда еще наверх как-то можно, нет? Или это просто так сделано локации? Нет, наверное, это просто локации так сделаны. В общем, все не так. Ключ, потом еще целое испытание. Но, в принципе, идем достаточно стабильно, быстро. Я бы не сказал, что мы прям где-то как-то прям так, ох, сели, типа, блин, что делать. Как это было, скажем, когда мы только начинали, а еще на старом... Что-то я, подожди, вообще, а где тогда эта дверь открывалась? Я вижу, что факел. Я же говорю, что с факелом мы еще дело будем иметь. Это тот факел-то, подожди, я вообще ничего не понимаю. Что это за огонь-то? Почему он туда смотрит? Это баг какой-то, что ли? Так, вот это, в общем, вставлять надо сюда, понял. А где эта дверь-то открылась? Которая нас выпустила, что ли? За нами там что-то закрывалось. Салям алейкум. Есть кто дома? Это, у вас там по преданию убивать в доме нельзя. Слышите? Гости нельзя убивать. Гости надо только чайком поить, кормить его, любить, спать укладывать. А вот когда гость уж вышел, вот тогда можно. Так, может вот сюда что-то надо, вот эту штучку, какой-нибудь барабан. Что за рога вообще? Что это такое? Что это такое вообще, не понимаю.
И там как будто факел валяется. В общем, ладно, нам надо вниз. И это мы поняли. Ох, что это такое-то хоть? У нас еще тут какой-то барабан радости там какой-то остался. Что это, зачем это, для чего это, тоже непонятно. Скорее всего, здесь опять, наверное, факел будет что-нибудь в этом роде опять наверняка. Ой, не к добру, все, это не к добру. Что за, я не знаю вообще, где мы, блин. За что? Почему? Что я сделал плохого, что меня вот в такую задницу-то затащили? А, нет, бери вот эти пистолеты свои, сейчас будем шмалять по всему, чего только можно. Старый добрый метод. А вдруг что-нибудь сломается, откроется, произойдет? В конце концов, это бесплатное освещение. Если статистику нам не показывают, ну-ка, подожди-ка. Нет. Во всех случаях кнопки что-то специально... А, нет, во, есть статистика, есть. Есть. У-у-у, какой кошмар. Какой кошмар. Ладно. Так, ну пошли сюда сходим. Угу. Ну это, соответственно, откроется, скорее всего, сейчас после нажатия... А, сюда барабан тут вставлять. Как тут все интересно. Угу. Это наверху, скорее всего. Нет, это вот это вот. А что это? Нет, стой, 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 стой! Ой! Ой, ладно, нормально. Ну вы вообще что творите-то, я вообще не знаю. Тут, конечно, видно, что фан-игра, то есть я так спокойно через лезвие проскочил, еще что-то. В оригинале, а, хрен тебе, вот так вот проскочишь ты. Тебя там порежут на части только, все, как казаки просто шашкой тебя, как следует. И нету тебя, и все, и забудь. Сейчас что-нибудь еще смотри на время придумаю, типа, давай-ка ты, вот мы тебе откроем там дверь, тебе нужно будет пробежать через шипы, но сделай это на время, покажи класс. Да? Сделаешь мне так? Давай. Мы же так любим вот этот вот кошмар. Садомаза-то вот это вот. Сейчас опять заработаю, да? Нет? А, нет. Смотри-ка. Что это с ним случилось-то? Нас решили пощадить? Вряд ли. Что-нибудь опять придумали. Опять какие-то рога, какие-то... Все, механизмы, еще что-то, все! Сейчас я тут закончусь. Ой. Кстати, я об этой культуре, вот где мы сейчас играем, в принципе, ничего абсолютно не знаю. Ну, хотя, особо-то знать как бы ничего не надо было, но... Там с тем же Египтом что-то где-то понимаешь. Тут не понимаешь абсолютно ничего. То есть для чего, зачем... Ой-о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 й. Что-то... Что-то прям совсем пока не внушает никакого доверия, честно говоря. Тихо. Ну, зато мы движемся, хотя бы. Так, наверное, вот это можно будет толкать, и это поставить нужно вот сюда. Давай поп... Ну что... Ну давай, толкнешь? Да. Так, хорошо. Хорошо. Кое-что стали понимать. Ой, как неестественно что-то все сделано, потому что правильно. Такие вещи мы никогда не толкали в оригинале. Так вот, может, вообще не это надо? Вот так вот. Окей. Что называемо, один. Механизм, может быть, вообще, кстати, стоят для украшения. Скорее всего, даже так. Ладно, куда открылось, туда пойдем. Давай.
Не будем сейчас сильно мудрить, будем вот так вот чисто вот, что открывается, что дергается, там, все нажимаем, все ломаем, все что-то будем утворять в таком духе. Давай-ка! Что сейчас произошло? Что-то там по полной программе поехало прям. Вот эта хрень выросла? Нет. Нам нужно будет с них перепрыгивать, то есть нам нужно на них попасть, скорее всего. Может быть, колеса прокрутить? Что сейчас случилось-то, блин? Понять никак не могу. Ну-ка, подожди. Что-то произошло. Ну, скорее всего, надо запустить просто, может быть, не один рычаг, а два. И тогда что-то там откроется, произойдет. Так, наверное. Как еще-то? Ладно. Ой! Ай, сойдет. Здесь у нас есть такой же? Наверное, он выпал. Может быть, его, кстати, не было. Вот он, может быть, откуда-нибудь выпал. Вот вполне вероятно, что такая штуковина может быть. И там еще, вот, по-моему, надо, чтобы сейчас пол был. Вот здесь вот, вот. Очень похоже, что нужно, чтобы пол поднялся оттуда. Вероятно. Сейчас мы дернем вот эти два рычага. Откроется, наверное, центральная вон та. Так, на всякий случай сохранение, потому что шипы не дремлят различного рода, механизмы и всякая гадость, которую тут древние эти засранцы настроили. Давай! Дергай, мать! Ну, в смысле, рычаг. Нет, еще и музыку какую-то зафигачили. Египетская эта сила, индийская эта сила. Но я же говорю, выдвинется. Окей. Теперь мы сможем попасть наверх. А это задвинется, да? Так я один хрен до туда доскочить-то могу, подожди. Такие вы, блин, юмористы-то идти, твой колотить. Прям вот аж я не знаю вообще. Юмор прям хлещет из всех щелей. Что-то прям аж, я не знаю, сразу шутить захотел, смеяться. Плясать от радости. Что же вы делаете-то, а? Ироды, вы проклятущие сволочи. Вот это что такое? Вот это какая-то... Как дверь или что? Я думал, она откроется сейчас тоже. Ничего ты с ней так сама не хочешь сделать? Она, скорее всего, откроется. Сейчас мы когда туда слазим, она потом откроется. Типа, давайте там быстренько вот туда тоже сходите и все такое. Ой... Ладно, испытание так испытание. Что-то мне это напоминает. По-моему, у нас уже такое было в Beyond the Sign, да? Когда мы играли вот в крастющие этой хрени-то. Даже, по-моему, оттуда же это выдрано. В общем, ничего хорошего не жди. Ну, конечно, но... Но... Просто прыжок. Нет! Ах ты, падла, как кто так делает? Кто так делает-то? Так, сейчас, подожди. Сейчас все сделаем. Сейчас, вот смотри, вот так вот раз. Вот так вот раз. Угу, конечно. Раз, два, пять, ноль. Она хоть за эти зацепляется, нет? Так горит? Нет, так не горит. Сейчас мы сохранимся вот на этот слотик. Как смешно-то, блин. Прям я не знаю. Короче, я даже шевельнуться не могу. Она сразу начинает гореть. Ладно, понял. Здесь с подвохом. Вот чувствую с подвохом здесь. Сейчас главное не налажать. Сила, блин, мать его, не знаю чего. Прошли, правда, это не конец. В смысле дверь закрыта? Это как это? Я что, я сейчас зря вот так вот прыгал?
Я не мог зря прыгать. Открывайся. Вот. Потому что я в суд бы подал вообще, я тебе говорю сразу. Сразу бы подал бы в суд. Сказал, ребята, так делать нельзя. Человек старался, тут нервы вообще оставлял. И вот так вот хотите, чтобы все? Все трясется, все что-то тут вообще бум-бум. Еще кот нас занесло, так сказать, лихая, да? Ага. Все, потрясающе. Ладно, я думаю, давайте мы с вами на этом закончим. Снова продвинулись чуточку вперед, хотя даже не чуточку. Мы достаточно, так знаешь, прям большими шагами идем вперед и... ну, почти нигде не подвисаем, достаточно быстро проходим, даже какие-то испытания, еще что-то. Все-таки более-менее я уже и назад к управлению привык, да и, в принципе, как-то уже, знаешь, становится понятна логика игры, и все строится по определенной схеме. Плюс, на самом деле, очень много похожих моментов на четвертую часть. Те, кто проходили ее, может быть, тоже уже как-то что-то, какие-то моменты увидели, поэтому логику данной части можно понять, предугадать какие-то моменты, и это... соответственно, облегчает наш путь. Но, опять-таки, не все так просто, не все так гладко, и что там впереди, не знаю, я даже боюсь представлять. Ничего хорошего, как говорится. Ну, а в любом случае, на этом пока все. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, почему не поставить ему лайк, не подписаться на канал. Также подписывайся ВКонтакте, в паблик и, конечно же, на Твиттер, чтобы быть в курсе всех событий. Всем до скорого, всем пока.